Антом? Да, 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 да. Включил запись. Включил запись. Да, да. Все, зову. Давай. Все, давай по игре. Давайте, поехали. Хочешь шоколада? Да. Давайте тащить. Пенальти Диману передам, если у меня опять стрелки не будет. Пиво, шоколад. Хорошо. Можешь Тимону дать. Он тоже хорошо бьет. Уже поздно. Сейчас руки согласится. Сказать не может. Чё, футбол? Да. Может, у него там правый стик не работает. Это никак не влияет. Или какой там стрелку включает и выключает? Лев. У меня не было, а потом как-то появилось, и я начал выключать, не нашел в чем. Все, по игре поехали. Да. Потери и мяч у соперника. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Не второй темп оставляет часто центр. Джером. Пустой. Центр еще. Ну это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Меняемся. Поехали. Рыхове. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Диас. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Пас голкиперу. Тянут они время. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Меняемся. И вратарь забирает этот мяч. Слишком сильный пас. Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. Рыхове. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Хороший вынос мяча из штрафной. Ух ты, притянул прям туда. Керрик. Хороший притянул. Мяч уже в распоряжении. Надо вперед просто. Бля, нормально. Голкипер забирает мяч. Рыхове. Хорош. Дима есть. Можно? Да, я уже, сорян. Второй. Вот. Плохо сыграно, мяч потерян. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника. Джера. Отлично. Ой, хорошо. Да там офсайд. Не получился у него удар, он хотел пробить на технику, и техника его тут явно подвела. Алаба. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Керри. Удар! Сука, блядь, пидорас. Какой он хрена вышел вообще? Ну что, побежал. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Ба. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Тонк. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Защита первая на мяче. Хорошо. Угловой. Шанс выйти вперед. Позиция.
Самое скопление игроков в угловой под. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. И пас обратно. Скучновато. Еще. Хорош. В центр не отдаем прям. Поплотнее чуть. Ушел мяч, аут. Рыхове. Аут еще раз. Ваня. Дэн. Ага, здорово. Блять, ну что это? Ударил мяч соперник. Хорош. Диас. Передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. Хорошо. Увидел открывание впереди, делает передачу. Все. Медленно затухло, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Трибуны сейчас заведены. Много моментов создает их команда, но забить, к сожалению, пока не получается. Все просто. Вынос. Рыхове. Хорошо. Потери. Все, в оборону. Диас. И выносится мяч из штрафной. И открывается партнер под атаку. А вот сейчас может быть опасно. Взрывают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Всего 2 минуты осталось провести команду на поле. Именно столько добавил судья. Навес в центр штрафной. Скидка на партнера. Что это? Грузи. Последний. Угу. Нормально, нормально, пойдем. Выбит мяч из штрафной. Арбитр отправляет команду отдыхать. Та же схема. Смотри, процентов 90 по ней игры. Поэтому во втором дивизионе играет. Нет, там и с первого многие по ней играют. Дедушка 70 на опорт. Не молодой уже. Матча началась. Джеро. Мяч вперед идет к чужим воротам. Потерял он мяч, но кому он достанется? Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Скидка назад. Фланг, пасик. Эх. Надо было бить уже. О, есть. Пас. Он сегодня почти не ошибается. Кати. Какой удар! Блокирует удар игрок. Все, встречаем сразу. Не садимся. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выиграть мяч и все. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. Великолепно сыграл защитник. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Лап. Сорян, сорян, сорян. После такого финта грех был не ударить. Сорян. Очередной точный пас в исполнении.
мяч принять тут. А! Выбивает мяч игрок. Давайте попроще. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Вы только не упрощай. И пробил игрок. Работает связка, блядь. Три голевые, три гола. Он записывает на свой счет хет-трик. Теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Че, психует? Все, Вадик, встретимся в команде недели. Но это не точно. Нет, не дошел это. Будет штрафной удар. Тогда с Антохой встречу. Мне что-то через меня хуево сегодня играется. Вряд ли. Даже 8 наберу. Ну плохо, ты всегда как бы, блядь, незаметно. Вадик! Ай, бля. В итоге в команде. Только не проебать осталось. Я ходил. Офсайд должен быть. Нету дальней. Хорош! На корпус вперед убежал, блядь. Ай, сука. Хрен не знаю. Я прям следил за этой хуйней специально, бля. Нихуя не засчитал, пидор. Хорошо. Не увенчалось успехом эта атака. Дальше, да, еще, блядь, красавцы. Блядь. Капец. У тебя там троих нахуй навертел, блядь. Это, блин, FIFA все. Я прям рядом. Да, возьми, да, мне. Вот так вот, хитрят, угловой разыгран. Рыхове. Неплохо. Тимон, проси. Ну, бот ебаный. Мяч собрать. Ну да. Керрик. Красава. Дэн есть. Так. Бля, что тут прокурка пошла? Вы че, блядь, оборзели? Да дают забивать. Буквально все контролировал этот парень. Шикарная оборзели. Димон не выдержал. Да, вряд ли ошибусь. Если скажу, что ты забиваешь, это совсем не клеит. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Рыхове. Хороший пас, что-то получится. Не то, что. Свобода так. Неплохо. Хорош. Хороший. Посмотрим, что получится у команды с этим угловым. Блять, дальнего возьмите кто. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. И открывается партнер под атаку. Забуксовала что-то атака, и теперь будет удар от ворот. Владик. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Удар по воротам. Я думаю, голкипер много чего с трибун сегодня слышал, не очень приятного. Может быть, это его разозлило, и вот он решил заиграть. Знаешь, я в чудеса не верю, поэтому назову это просто стечением обстоятельств. Джерард. 15 минут до конца основного времени матча. Да ладно. Ну окей, чё. Керрик. Мяч перешел к другой команде. Хорошо, еще. Не прошла эта передача мяч у соперника. Активнее сейчас гости будут действовать, судя по указаниям. Есть. Возможно, далеко. Пришло время сыграть в прессинг. Очень хорошо сыграно соперником. Прессинговали и дошло. Забрали мяч. Хорошо. По позиции, ребята, по позиции. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Разрядил. Терра. Пае. Керри. Потери и у соперника. Левый фланг свободен. Диас увидел открывание впереди, делает передачу. Хороший. Да ёб твою мать. Ну почему? Не твой день, не твой день. Хорош, Вадик. 7 минут. Бах.
Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался. Я тоже не понял. Это вообще назад должно уйти. Диас. Блин. Ничего. Потерял он мяч, но кому он достанет? Да побыстрее двигайся ты. Позвольте, я въебу. Не точно. И все, надо забыть это, побыстрее играть дальше. Керек. Ибрагимович. Кастро. Нет, не дошел этот пас, но адрес. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Центр ищите. Давайте пятый. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пас. И пробил. Но эпизод еще не окончен. Ты своим не забивал сегодня. Да-да. Гол голевух. Оценки хозляны. Какие у вас там? Чё, всех с победой. Какие? Десятки. Да-да. Владиков 10. Владика 10. Ну, мало у Дэна. Не потянет. Да, может не хватить. Опорки может хватит. 4 голевые. Толику. Да, тогда ну может и хватить. Хотя там тоже девятки сейчас. Просто. Ну да. Но... Ну посмотрим. Ладно, раз на раз не приходится. Всем давайте, спасибо. Пока. Да, давайте пока. Ну, Антохи опять 8-4. Вполне хватит. Ну да. На изичи, да? Хорош. Как там остальные сыграли? Пока его не выкладывают. А, Рагнарёк 1-0 пока. Элемент. О, Элемент проиграл. Это хорошо, кстати, вообще. Мы их догнали по очкам. 4, да, счет? 4-0? Да. Да. И пробил игрок. Какая боль. 4-0. Ладно, всех целую, всех пока. Ага. Великолепный гол!